легче, проще, уже не кажется так бесконечно. Всем привет, ребята! С вами Яна, вы на канале Яна Лол. И сегодня со мной моя сестра Вера. Ой, уже включили съемку, включили? Всем привет! Сегодня у нас челлендж «Правда или действие?». Да-да, наконец-то челлендж на моем канале. Я буду его снимать не она, а с моей сестрой. Ну, давайте начнем, как-нибудь вкинемся, чтобы... Вот тут у нас действие, а тут правда. Давайте я немного опущу камеру. Вот так вот, тут у нас действие, а тут правда. И давайте мы с Верой скинемся, чтобы поняли, кто первый. Суефа. Суефа. Ой, я тебя порезала. Значит, я первая. Как это так, это порезала? Ну, это значит, что я выиграла, поняла? Угу. Ну, ладно, я первая тебе. Вот тут действие, тут правда. Я выбираю действие. Перемешаю. Кстати, правду тоже надо перемешать. И... Почеши живот и постучи по голове одновременно. Посмотрим, посмотрим, получится ли у меня. Надо перестать камеру. Так, вот здесь видно. Так, постучи по голове и перемеши живот. Нет, я... Мне кажется, у меня не получается. Давайте другое. Да, получилось. Надеюсь, что засчитается. Вот, у меня одно очко. Теперь Вера тянет. А я тяну. А что мне тянуть-то? Где правда, где действие? Ага, поняла. Я действие или правда? Правда, правда. Ну-ка, ну-ка. Ты любишь купаться, плавать? Нет, я совсем не люблю купаться. Но меня учили плавать, но мне не нравится купаться. Вер, что ты врешь? Мы на море когда ездили, ты так со мной весело купалась. Говорю, ой, как мне нравится купаться. Ну ладно, теперь я тяну. Так как я уже тянула действие, я тяну правду. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? Ты любишь делать домашку? Очень люблю, прям очень люблю. Ну, вы поняли, что я не люблю делать домашку. Давайте теперь Вера. Так, я тяну действие. Вот. Что тут у нас? Пробежать 5 раз по кухне без остановки. Я не очень люблю бегать, но раз задание придется. Так, я бегу. Раз. Два. Три. Ой, я что-то запуталась. Надо что ли сначала? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все, я прибежала. Балл мне засчитывайте. Засчитывайте, как хотите. Вот, мне засчитали балл. Теперь Яна. Да, все правильно, теперь я тяну. Я теперь должна тянуть действие. Вот тут у нас действие. Вот это. Что тут у нас? Ой, мало, половин. При этом возьми кастрюлю и стучи по ней ложкой. Интересное задание. Кастрюли у нас все грязные, поэтому я буду бить по кухне. Раз, два, три. Я не буду по ней стучать, это слишком грязно.
тарелке. Надеюсь, что я ее не забью. Я надеюсь, что мне засчитается задание. Мне задание засчитано. Теперь у нас Вера. Так, я тяну правду. Какую же мне выйти? Вот эту вытяну. Кто у нас тут? Кого ты больше любишь, маму или папу? Я отказываюсь отвечать на это, потому что я обоих люблю очень сильно. Если я отвечу, что маму, тогда папа обидится. А если я отвечу, что папу, тогда мама обидится. Все, я отказываюсь отвечать на это задание. Вере балл не засчитан, так как она на вопрос не ответила. Теперь я, и я тоже должна говорить правду. Итак, вот это. Что ты любишь больше, лол или фингер? Фингерлингс – это такие обезьянки, а лол – это такие куколки в шарах. В принципе, я думаю, что кто смотрит меня, все знают. И я больше люблю лол. Да, потому что мне эти куколки нравятся больше. Теперь Вера, и она должна выполнять задание. Я надеюсь, что мне какое-то выполнимое задание попадет. Вот это. Что бы ты делала, когда пришла на свидание? Покажи. Сейчас покажу. Так, надо докрасить. Да, вот так. Надену-ка я другой платок. Вот так, надо вот так вот сделать. Так красиво. Вон он стоит, иду. Ну приветушки, что ли? Ну чё, где цветы-то? Это чё вообще? Чё за фигня? Чё за мелкота? Не мог розы нормальные купить. Всё, я тебя бросаю. Задание засчитано. Да, Вера, я бы поступила по-другому. Ну ладно, я должна выполнять задание. Оно тут осталось одно. Итак, выполняю. Попрыгать 3 раза, при этом бить себя по щекам. У меня вот прям суперские задания попадаются. Ну ладно, придется. Так, прыгать себе себя по щекам. 1, 2, 3, 4. А, не 4, ну давай еще. Все, я выполнила задание, да. Мне задание засчитано. Вот у меня 3 балла, у Веры 2. Только что-то непонятно как-то. Теперь Вера. Вот такой у меня новый прикид. Ну, а я тяну правду. Вот, она одна осталась. Итак, что у нас? Ты любишь сладости? Ну, вообще-то, я худею. А раньше любила. Поэтому раньше я была вот такой. Надо пойти еще сладостей поесть, а то я что-то худая какая-то, толстеть надо. Да-да, вот такая была раньше, а сейчас я похудела. Угу. Если честно, меня откармливала моя сестренка, а сама она толстой не была. И я на нее обиделась. А что дружишь сейчас? Не знаю. Вообще-то, потому что она сначала меня откармливала, а потом на диету посадила. Поэтому я ее очень люблю, и еще до. Всем пока.